Это новости на канале Бабинского телевидения, студия Раиль Низамов. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Патрулирование усилили. Полиция проводит рейды по соблюдению самоизоляции. В городе дезинфицируют подъезды многоэтажных домов. В районе начался весенний сев яровых культур. Аграрии Бабинского района после весенней обработки почвы под яровые культуры приступили к весеннему севу. Некоторые хозяйства уже в минувшие выходные вышли на пробные работы. На полях общества КЗЛР с ходом работы ознакомился глава Бабинского района Рамиль Гатиатуллин. Он на месте пообщался с начальником управления сельского хозяйства Фаритом Киямовым и рабочими. Район должен посеять почти 36 тысяч гектар земли. И я думаю, с таким настроем все прекрасно пройдет. По словам Рамиля Гатиатуллина, сельхозпредприятиями приобретено достаточное количество минеральных удобрений. Нефтяники выделили льготное дизельное топливо. Сельскохозяйственная, особенно весеннеполевая работа, самая тяжелая, говорят сельхозработники. Ну, хозяйство, да, и кочегновел шли мы. Я уже 2 года на пенсии, но, несмотря на свой возраст, каждый год с удовольствием выхожу на работу во время весеннеполевых работ. Сегодня мы с утра уже на поле. Я заправляю сеялку семенами. Надеюсь, вовремя закончим посевную. Сельскохозяйственная, особенно весеннеполевая работа, самая тяжелая. Поэтому молодые ребята не хотят трудиться на полях. Я тоже уже на пенсии. Весна и апрельские праздники – это такая ответственная пора. От своевременного посева очень многое зависит. Я проверяю качество посева семян. Наша работа еще зависит от состава почвы. Земля в данный момент хорошая, влажности достаточно, почва уже теплая. По словам Фарита Киямова, в этом году посев яровых культур начался на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Аграриям района предстоит посеять на 36 тысяч гектарах яровых и более 25 гектарах зерновых культур. Гера Сайфуллина, Артем Артемьев, Раиль Низамов, БРТ. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов поручил усилить патрулирование улиц в городах в связи с обращениями от обеспокоенных жителей республики о том, что на улицах стало многолюдно. Сотрудники полиции совместно с представителями администрации прошлись по улицам города, уделяя повышенное внимание тем, кому не сидится дома. С патрульной службой и вышла наша съемочная группа. Людей, прогуливающихся по улицам, можно сказать, практически не было. Встретились нам всего несколько человек. К примеру, мужчина, которого остановили полицейские, шел на работу. При себе имел и документы, и справку от работодателя. А у молодых парней в защитных масках не было с собой документов. На этот раз они отделались предупреждением. Другой мужчина, встретившийся нам на улице, был пьян. И шел он туда, сам не знает куда. Его за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения сотрудники полиции увезли в отделение полиции. Всего за период режима самоизоляции с 1 апреля 2020 года в Бабинском районе правоохранительными органами выявлено 43 административных правонарушения. Проверено 26 639 граждан, 28 260 транспортных средств. Патрулирование улиц города и сел района сотрудниками полиции будет проводиться ежедневно. Будут проверять документы, удостоверяющие личность, устанавливать причину передвижения. На нарушивших режим самоизоляции без крайней необходимости будут составлены протоколы об административном правонарушении, которые рассмотрит суд. Айгуль Хусейнова, Артем Артемьев, БРТ. В рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции обслуживающие организации Баллов проводят санитарную обработку подъездов многоквартирных домов. Подробности далее. Работа по дезинфекции подъездов – важная часть мер по предотвращению распространения коронавируса. Дезинфекцию всех поверхностей лестничных перил, входных дверей, к которым обычно прикасаются жители дома, проводят через день. По информации горосполкома, на санитарную обработку подъездов и улиц закуплено 4,5 тонны дезинфицирующего средства. В случае, если подъезды не обрабатываются или обрабатываются плохо, жители дома могут обратиться в обслуживающую компанию. Айгуль Идиатуллина, Артем Артемьев, Раиль Низамов, БРТ. Бавленко Надежда Сахипгараева шила для сотрудников мультимедийной редакции «Бавлоинформ» 20 масок. Таким образом, она присоединилась к акции «Добрые дела». Подробности в материале Айгуль Хусаиновой.
В редакцию «Бавлоинформ» жительница Бавлов Надежда Сагибгараева пришла с единственной целью – преподнести сотрудникам редакции маски, которые она сшила своими руками. Надежда таким образом решила присоединиться к акции «Добрые дела». Она передала свой такой необходимый подарок главному редактору «Бавлоинформа» Евгении Ливановой. Никто нам еще не дарил маски за этот период. Спасибо большое. Носите на здоровье, работайте и будьте здоровы. Самое главное, чтобы ваш труд приносил нам добро, и вы оставались при этом здоровы. Сотрудники по достоинству оценили жест доброй воли Надежды Сагибгараевой, ведь журналисты – люди, не избалованные вниманием. Она шьет маски из трикотажа, бязи, сатина, поплина, тоже стопроцентный хлопок, в два слоя, с небольшим кармашком для тех, кто хочет усилить защиту. В целях благотворительности Надежда сшила около 60 масок и продолжает изготавливать их дальше. Сложное время для нас, для всех. И есть категории граждан, которые не могут отсидеться дома. Если я могу спрятаться дома от всех, то есть такая категория граждан, например, вы, журналисты, корреспонденты, которые вынуждены работать, контактировать с людьми. Я решила вам помочь в этом и сшить для вас маски. Тем, кто не может, но хочет приобрести или желает научиться шить маски, Надежда рада помочь. Также она сказала, что материалы у нее уже на исходе, поэтому если кто-то захочет поделиться тканями, она не откажется принять их. Связаться с благотворительницей можно через нашу редакцию. В свою очередь мы хотим сказать Надежде Сагибгараевой слова огромной благодарности. Айгуль Хусейнова, Артем Артемьев, АБРТ. На период самоизоляции редакция решила помочь пенсионерам в доставке газеты «Слава труду» и «Хизмет Кадан». Подробнее в нашем следующем материале. В эти дни пенсионерам города Бавлы нежелательно выходить из дома. К сожалению, наше старшее поколение не имеет возможности получить районную газету и быть в курсе новостей и событий района. В этот сложный период для многих из нас редакция решила организовать беспрецедентную акцию «Газетный волонтер». Все сотрудники по мере возможности смогут доставить пенсионерам свежие выпуски газет в течение апреля. Здравствуйте, это из редакции «Слава труду». Вам газету принесли. Также просим тех, кто не может выйти из дома за газетой сам, звонить в редакцию по телефону 564-45, 564-50, 564-47 с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов и сообщить адрес, куда необходимо привезти газету. Сотрудники редакции могут помочь только жителям-читателям пенсионного возраста. Напомним, редакция по указу президента Российской Федерации работает в обычном режиме в период самоизоляции, так как мы должны освещать актуальные события. Айгуль Хусейнова, Артем Артемьев, Бавлинское телевидение. Бавлинцы весной традиционно уже начали убирать могилы своих близких, однако в этом году будет все по-другому. С 11 апреля в республике ограничили посещение кладбищ. Данная мера предпринимается, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Открытые кладбища будут только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах. По информации горисполкома, организация, обслуживающая кладбище, повесила соответствующее объявление на воротах кладбищ. Убраться на могилах бавлинцы смогут только после улучшения эпидемиологической обстановки. В связи с сложившейся ситуацией, у нас здесь приближаются праздники, это и Пасха, вот уже скоро должна быть, и потом у нас такое массовое тоже так, мероприятие по упоминанию усопших, это вот Радоница, которая буквально через где-то неделю с лишним после Пасхи бывает. Сейчас мы видим, что определенное есть постановление правительства о том, что и не собираться. Много людям нужно вообще желательно находиться по своим домам, самоизоляция. И это касается вот и нахождения на кладбищах сейчас. И все это делается для нашей же безопасности, для того, чтобы где-то сдержать распространение уже этой вирусной инфекции, где-то предотвратить ее даже появление, что было бы лучше. Но так или иначе, все это делается опять-таки на пользу всем нам, и поэтому нужно стараться набраться терпения, смирения. Агулия Диатольна, Артем Артемьев, Раиль Незамов, БРТ. Посетить многофункциональный центр и принять участие в похоронах можно будет один раз в неделю, в судебных заседаниях один раз в месяц. Из-за того, что некоторые граждане злоупотребляли получением СМС-пропусков на передвижение, республиканский оперативный штаб внес изменения в систему выдачи таких пропусков.
Отныне получить СМС-пропуск по некоторым целям можно всего несколько раз в неделю или в месяц. Глава Минцифры Республики Татарстан Айрат Хайруллин просит жителей мужественно перенести эти временные неудобства. Режим самоизоляции необходим, чтобы не дать коронавирусу распространиться еще больше. Напомним, разрешение на перемещение можно получить, отправив бесплатный СМС на номер 2590. Организация содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» продолжает работать удаленно. В режиме всеобщей самоизоляции занятия продолжаются. Руководитель Центра оказания людям с ограниченными возможностями «Я смогу» Марат Ильясов начинает свой день тренировок. Один выпад руки. Тянем к себе, сгибаем в локтях. Второй выпад, руки прямые вперед. После объявления режима самоизоляции работу центра временно пришлось приостановить. Марат решил проводить тренировки с теми, кто посещал центр в удаленном режиме, и они успели уже организовать через видеосвязь несколько групповых и индивидуальных занятий. 5 в другую сразу. 5 в одну сторону. Круговой. Не понял, вот круговой. Раз, два, 5 в одну. В одну сторону. Наступай на полную стопу. Вот так не наступаю. Потом другую. Также каждый занимается дома самостоятельно по индивидуальной программе. Многие организации перешли на режим работы по удаленной системе. Также и работает наша организация. И вот уже вторую неделю мы проводим занятия в режиме видеосвязи. То есть пытаемся освоить это новое направление работы нашего центра, которое, я думаю, в дальнейшем также послужит хорошим таким уроком для развития, так как очень много людей обращается за советами и помощью и хотят приехать, но так как они далеко расположены, нет возможности как-то помочь, и думаю, вот сейчас как раз мы разовьем это направление, и в дальнейшем получится уже как бы помогать в таком формате. В данной ситуации тоже хочу сказать, что есть время, да, то есть это время нужно провести с максимальной пользой, развиваться, реализовываться, какие-то новые идеи свои реализовывать. Не просто сидеть, да, а с пользой провести. Айгуль Идиатульна, Раиль Низамов, БРТ. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Наша служба новостей продолжает работать во всех соцсетях. Если у вас появится интересная информация или предложение, то звоните на номер 56447. До встречи. В среду 15 апреля будет облачно с прояснениями. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 3 градуса. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 36%. В четверг, 16 апреля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура днем плюс 10 градусов, ночью плюс 4 градуса. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%.
Исенмисез, хурметлы дуслар, эфирда хутлаулар программасы. Біздің яқты қияшыбыз, ғазиз әнейбіз, әбейбіз Гатина Хасина Юнус қызы 14 апрель күнні 65 яшлік юбилейін белгілі бұта деп язалар бізге хуат авторлары. Әнейбіз, қадырлебіз, сені юбилейін білен қойнар қытлыйбыз. Біздің әнейбіз Хансиер ауылында зур тату ғайләді дүнияға келе. Абылары, опалары арасында ең яратқан туған болып өсе ол. Юмшақ қолларында тибіретіп, бар юрек жылсын бізге балаларына берген сүйеклі әнейбіз. Син әтейбіз білен бізге ғымыр берген кішілер. Әтейбіз сүйеклібіз Шамил Ғыздеттин ұлы білен исен болса, шундай матур ғойлі болып ешер едігіз. Тек не қызғаныш, әтейбіз 10 йыл арабызда йоқ, ол енді гүр иесі. Қадырлы біз, бұ йылларда сен бізге әти де, әни де болдың. Барлық қылған изгіліклерің, ердемлерің, балаларым дейіп, үзіліп ешегенің үшін зор рәхметлері бізіні білдіребіз. Рәхмет әни бізіні яқшы кіші итіп, сүйіп үстірдің. Үрнек болып тұрмыш жылыбызға ешел үшін бізге кіш бердің. Біз сен әни біз алдағы күнлеріңді нықлы сәлеметлік, тынышлық, қайырлы, бірекетлі ғымырлер тілейбіз. Хәр күндә безне шатландырып, ұзақ яша. Син қадыр хөрмәткә лайык кеше. Син безгә үзеңнең тормыш сөйүшен, оптимист, собор, игелекле булуың белән үрнәк булып торасың. Қадырлы әниебез, күңел назыбызны тоеп, кайтып сыйныр нигезе безне ямбләп, без балаларың, туганнарың, дусларың белән озын-узақ гомер кешер. Без сине бик-бик яратабыз. Сыңар қонат ғымыр кешіресің, ауыр хасретлер көп көрдің, сабыр юмшақ әни болдың, қырыс әти болдың қой шақтан. Хәр шақ шула еше, сүрілмәсін әни, күш алсыннар сеннен парлылар, парлы болсаларда бик көплер күңіл байлығына ярлылар. Көз нұрыңны бердің бізнің үшін, ерек жылың болды гел тұрмышта. Шатлығыбыз орта сеңа қорап, бізнің үшін бәхет сен болғашта. Рәхметлі біз шушы язмышқа. Ең матур изге тілеклер білен қызығыз Эльвира, ұлығыз Руслан, күйеуіңіз Юрий, келініңіз Светлана, ұнықларыңыз Эмилия һәм Тимур дейілген әлігі құтлау хатында. Сына, юлы біз, олы құрмет, қисы білер.
әлі сен бізге барлай жырлы өмірлерді жетші әнейім сен езге юбилейім мәне бүгін ұзған көпме ғымырлар ұса да көпме ғымырлар юғалмаған қадырлар тілекілерінің моторларын атап сина Құрметлі Хасине ханым, зәңгәр экраннар қоршынан кетерге ашықмағыз әлі, алдағы тәбриклеу хатыда бары тек сізге бағышланған. Баулы шәрінде ғымыр етуші біздің үшін ең қадырлі болған сіңлебіз, опабыз Гатина Хасине Юныс қызы 14 апрель күні 65 жәшілік юбилейін белгілі бітем. Сені шушы ең зор шатлықлы бейрәмің білән, жон тибірәлішің яқтылық қамтылып, дүнияға келген күннің білән, құтлы біз дилер қуат авторларын. Сені ғымірнің ең ұзынын, бәхітнің ең зорысын, шатлықларының ең ұлысын еулый біз. Яқты алтаңнар, зәңгер күклер сенің көңліңні әр шақ яқтыртсын, балқытып тұрсын. Таң жиллерінің назлысы, жан тынышлығы, шексіз бәхітлер, яқшы көтәрінке кәйеф юлдаш болсын сеңа. Сен бек оңған, шибер, ақылы, хызмет сүйушен, тәмлі тілі, тәмлі қолы, туған жанлы, батыр, рухлы болдың. Тұрмыш жолындағы сынауларыны башыңны юғары тұтып, өте білдің. Бүгінгі күнде екі опаңда ғур иелері. Сені оларның балаларын өз қанатын асына алып, оларға әни назы беріп, ауыр вақытта тірек, юаныш болып, төплі кенешлерің, тәмлі ризықларың білен қуандырып тұрасың. Бар қанатыңны юғалтсаң да, олың білен қызыңа әти, әни назын мол етіп үлешәсің. Ұнықларыңны да үзіліп сиесің, күшіңнен келгенше ердем етіп тұрасың. Сен бек ұлы ерекле, бүтін ғымырыңны күшіңні күшілер бәхіті үшін беруші гүзел затта. Хәр вақытта да шулай шат күләш езлі, изгі күңілі болып, күшілі рухлы һәм күшіліклі, юмарт һәм ердемшіл, бәхітлі һәм сәләмәт бол. Тұрмышыбызға ем істеп, ауырмай, қойғы қасірет көрмей, ұзын ғымыр етуіңіне, балаларыңның, яқынларыңның игілеген көріп, алға табада шотлықта, қуанышта, бәхітте, рәхәтте әм рәхмәтлерге түрініп ешерге яссын сеңа, Аллахы тәғіләбіз. Туғанымның туған күні бүгін, іске алдым бала шақларыны, гүрләп өскен көңілі вақытлар, олардан да емлі шақ бар ма? Матур яшек жерде тұрмыш сүйіп, «Эх, туғаннар» дейіп сейсіннер, бәхіт тілік сіңа ұзын ғымыр, тек құрметке сені көмсіннер. Яшесілер келіп, яши әлі, туғанлықның қадірін балқытып, біздің арттан келген болынларға ең қадірлі сүнмәз нұр атып. Ең матур изге тілекләр білән бір туғанларың Зинфира Ноэль балалары, Бадриевлер ғойләләрі, Рамиз Зәйтуна ғойләсі һәм балалары, Мүзейене Вахид қызы Рина ғойләсі, Данис Лейсені ғойләсі һәм балалары дейілген әліге құтлау қатында. Құрметлі Хасине ханым, шушы матур тілеклерге әлбет дәйінді біз де қошылып қалабыз. Юбилейіңіз құтлы болсын, бәхітлі һәм сау сәлемет болығыз. Манзары бик көпілерді, көрші-көршіге кірішімі. Туған-туғаннар білен, туған-туғаннар білен, ерішмей саулық берішімі.
Туған туғаннар білен, туған туғаннар білен, ерішмей саулық берішімей. Аллаға шүкір біріге біз, Аллаға шүкір біріден біз. Шын туғаннар шай ешедік, шын туғаннар шай еші біз, Илікте бүгінде біз. Шын туғаннар шай ешедік, шын туғаннар шай еші біз, Илікте бүгінде біз. Сіз мен дейіп, мені сізі дейіп, Үзіле тұрған арам. Бұ кімнің туған арысың, бұ кімнің туған арысың, Бұ менім туған арым. Бұ кімнің туған арысың, бұ кімнің туған арысың, Бұ менім туған арым. Аллаға шүкір бірге біз, Аллаға шүкір бірден біз. Шын туғаннар шай ешедік, шын туғаннар шай еші біз, Илікте бүгінде біз. Шын туғаннар шай ешедік, шын туғаннар шай еші біз, Илікте бүгінде біз. Нағашы қара қаршы, Еші біз бірге ашыбыз. Хәсірет көрмесін башыбыз, Хәсірет көрмесін башыбыз, Собысын әр қайсыбыз. Хәсірет көрмесін башыбыз, Хәсірет көрмесін башыбыз, Собысын әр қайсыбыз. Аллаға шүкір бірге біз, Аллаға шүкір бірден біз. Шын туғаннар шай ешедік, шын туғаннар шай еші біз, Илікте бүгінде біз. Шын туғаннар шай ешедік, шын туғаннар шай еші біз, Илікте бүгінде біз. Партайышырбыз туғаннар, Суынмасын аралар. Араларның бір дәмлігін, Араларның бір дәмлігін, Давам етсін балалар. Араларның бір дәмлігін, Араларның бір дәмлігін, Давам етсін балалар. Аллаға шүкір бірге біз, Аллаға шүкір бірден біз. Шын туғаннар шай ешедік, шын туғаннар шай еші біз, Илікте бүгінде біз. Шын туғаннар шай ешедік, шын туғаннар шай еші біз, Илікте бүгінде біз. Илікте бүгінде біз, Аллаға шүкір бірге біз.